Я вообще начал сейчас свою борьбу менять немного. Раньше всегда продавливать пытался, сейчас вот понял, что есть еще сюда можно пойти, туда, по пути наименьшего сопротивления к своим задачам. И с годами ленились, становились старше. Передам слово сегодняшней звезде, и это не Беляев. Постараюсь сегодня максимально просто и так эффективно, доступно объяснить вам, как при проходах гарда забирать спину. Так сказать, в любой непонятной ситуации, когда соперник восстанавливает гард, забирать будем спину. Ходы кривые роет, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Круто. Вам все понятно, Анастасия Алексеевна? Да. Клевая штучка. Джиу-джитсу? Мне нравится. Если понравится, соберемся еще раз. Благо нас отсюда пока никто не выгоняет. В обход идти понятно, не очень далеко. Не очень-то приятно и очень далеко. Не очень-то приятно и очень далеко. Раз, два. Пока мне прям все очень нравится. Что-то где-то я в моментах знал, а что-то для меня прям, ну, вау. Мне очень нравится. Ladies and gentlemen, attention, please. Зато так поступают одни лишь мудрецы. Зато так наступают одни лишь храбрецы. Зато так наступают одни лишь храбрецы. Тяжи, смотри, тяжи, опа. Ну-ка. Юм. Почти. Мне нравится, как тяжи двигаются. Опа! Ну, паркурщики как будто. Глупцы герои строя бросаются вперед. Нормальные герои всегда наоборот. Нормальные герои всегда идут в обход. И мы с пути кривого ни разу не свернем. А надо будет снова, пойдем кривым путем. А надо будет снова, пойдем кривым путем. Как все друзья прям, да, сейчас исполним? Никому не поплохело? Чего я могу сказать? Все техники, кроме последней, классные. Я узнал там какие-то новые детали. А от последней техники я был, ну, в шоке. Я, честно говоря, не ожидал, что из этой позиции можно спину забирать. Прям, ну, очень круто.